Добрый день, продолжаем играть в Genshin Impact в городе Моргенштерн. Как? Монштант? Моргенштерн, хотел сказать. Монштант. Тут у нас... Что-то где-то должно... Должны нам дать что-то. Вот она вроде, да? Ой. We meet again, avid adventurer. Are your adventures going smoothly? That is the spirit. Keep it up. It seems that you have a wealth of experience under your belt now. The guild receives requests from far and wide each day, and assigns commissions to adventure. These commissioned adventures are the main source of compensation. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. Some are but you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commission. Please report back to me upon completion. There will be a excellent. I knew I could count on you. I await your return with great anticipation. Ad Astra Abyssosk. Откройте карту, чтобы увидеть в этих местах какое-то событие. Здесь можно больше узнать о ней. Давай я разобрался, все я понял. Да, тебе розовенькие, да. Лицензия искателя привлечения также содержит информацию о событиях. Угу. Ad Astra Abyssos. О, награды, давай собрать. 50 камней истока, одна слабая смола. Угу. 5 кристальчиков и... Опыт искателя приключений. Монштадт, Монштадт. Так, направляйтесь к пламени. Не, не, к пламени не будем пока направляться. Вот. Что тебе надо? Ими. Опять ты, снова распугался голубей. Я же кормил их, что ты наделал? Мама говорит, что по-настоящему прощения нужно просить делами, а не словами. Эти голуби, мои друзья, я кормлю их каждый день. Но недавно утки стали отбирать у них еду, теперь им не хватает. Раздобудь где-нибудь пшеницы, накорми этих уток. А я пока буду кормить голубей. Когда у обеих сторон будет достаточно еды, все станут жить дружно. Конечно, давай. Пшеницы надо найти, совершенно не стану. Так, пшеницу, а где ее найти-то? А дайте пшеницу Тимми. Или у нас есть пшеница? Угу. Так, стоп, надо грибочек собрать. Грибочек и вот этих вот закатников. А то у нас жрачки плывают, нету. Так, и цветочки надо собирать. Так, вот это надо уткам помочь. Так, мокрый. Давай, утки, давай. Жрите. Все. Только как эти гудки отбирают, я не знаю, они что, приходят сюда наверх? Очень интересно так, очень интересно. Картофельные ладушки, пальчики оближешь. Угу.
75 опыта, неплохо, неплохо. То есть это теперь новые эти задания, да? Кризис щитов. Приберите всех монстров. Тут еще есть большой ледниковый кризис. Приберите всех монстров. Так, вот сюда надо нам отслеживать. Давай сейчас сюда попробуем сбегать. Посмотреть, что там у нас. Что? Так. Побежали. А. Мне надо настройки. Язык озвучивания английский, японский, корейский, китайский. Все понять. Не, английский пускай будет, хоть что-то понимать будем. Так. Сколько там нам метров до точки? Непонятно, да? Закатников надо Так, туда вот как-то надо попасть туда. Лут. Яблоко, яблоко. Пшеница. Просто напиздили. Так, вот эти засрюндили мне не нужно. Сейчас можно, конечно, Yeah!
Не знаю, с этого обзора. Dodge this! Ha! Ah! Hey, I got a good bottle of Так, что-то мне не нравится эта тренировка. Камера в бою, это понятно. Нафиг. Ну понятно, ну в общем, никак это не исправить, что он там отдаляется сам на какое-то расстояние. Вот так бы я побегал, посмотрел, но он отдаляется все равно. Ну и как туда попасть? По этой дороге, наверное, как-то. Катерин. 56 уровней, охуеть, блядь. Вот эти двое людей затащили меня. Ну, как затащили? В меня вселили интерес к игре. Камикото и Катерина. Ну, это Данила, это Катя. За эти двое людей меня затащили в игру, грубо говоря. А вот этого человека уже я затащил в игру. Появление. Мне нужен персонаж вот. Возвысить. Как мы можем его возвысить? Нужно осколок бриллианта и найти награды рядом с рангом приключений. Понятно. А, растение. Зерниастра. Ага, это нужно искать. И разбитые маски. И ранг приключений 15, понятно. Оружие, что у нас тут? Сменить оружие. Улучшить оружие можно. Тоже требуется. Это и вот это. Я понял, надо искать эти все предметы, чтобы оружие было возвышаться. Так, ладно. Побежали. Бежим до этой вышки и активируем ее, и это закончим на этом, потому что мне надо отойти немножко. Так, тут что-то какой-то пиздец. Блин, 20 уровня. Двадцать седьмого уровня, товарищи. Ха!
пришли. Олики бегают. Видимо, 22 уровня. Меня спалили. Не-не-не. Это мне вот это вот не нравится. Что-то вот это вот за... за такое. Меня не пустят, да? Да, не пускают. Что это вот такое? Как это? В каком месте? Как туда попасть? Так, ну ладно. Пока что закончим на этом раз. Туда не пройти, эти тут мешают, поэтому...